Всем привет, любители гусеничного транспорта с пушками, который умеет светить. С вами Эфемер Абстрактный, и сегодня я буду вам показывать, как взял мастера дозорного и разведчика на танке 5916. Многие ненавидят этот танк, и не безосновательно. Привет, танкисты! Сегодня мы должны победить! Эту награду я брал очень долго. Могу сказать, мне очень долго не удавалось попасть на нужную карту, попасть в нужную команду и все такое прочее. Но вот мне наконец повезло. Итак, немного от ТТХ. Здоровья у танка почти нет. По моим личным ощущениям, брони у танка тоже фактически нет, и покрасить мне было его лень, ну или жаба задавила меня скорее, да. Вот, зато в барабане есть 5 снарядов, 5 снарядов у него, и он довольно быстро ими плюется. Так, также собственно сам барабан заряжается всего лишь или не всего лишь за 7,7 секунды. Ну, это, естественно, у меня уже экипаж соточка имеется. 100% прокачки. Но нет, опять же, ни лампочки, ни до конца маскировки. 4 члена экипажа оставшихся. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот таких ребят с обоих сторон. И имеем Прохоровку. Естественно... Я, как и в недавнем бою на РУ-251, начинаю бегать по центру. Только в этот раз главный герой у нас китайский. В этот раз, опять же, команда у меня тут в аллее ест китайскую лапшу. Я не знаю, что они там делают. Они стоят очень далеко, естественно, никуда они не попадают. И... Вот я свечу, ну я так свечу, знаете, на удачу себе больше. То есть у меня, я если видите, ЛТ-3 пытаюсь выполнить, потому что у меня выполнено, но без отличий. Вот, а я захотел с отличием, чтобы денежек заработать. ЛТ-15, как вы помните, я недавно выполнил, вот я теперь хочу добить ЛТ-шки. Не знаю, хватит ли у меня терпения, или я перейду на прокачку Т-55. Я решаю еще подсветить за одним и под горой. Ибо... А чё бы нет? Вот, засвечиваю, ребят. Они по мне попасть толком не могут. Что очень меня радует. Хотя я здесь рискую дико здесь вот попасть. На самом деле, по мне было дважды два. Но вот они тоже не отличались особыми навыками обращения собственными орудиями. Либо, может быть, только купили танки, я не знаю. XVM, как вы видите, я нынче убрал. Так, давайте ускорим. Цель поняла. Захожу еще на один круг. С намерением. А неплохо было бы подамажить хоть чуть-чуть. Цель потеряна. Вот он, Т-43, лакомый. Собственно, и расплачиваюсь. Ибо нефиг на 59-16 пытаться кого-то убить, если вы не уверены прям на 100%, что вас не захотят убить. Вот, собственно, пол танка я потерял просто вот за один выстрел. Еще один такой выстрел, и мне хана. Поэтому я начинаю быть более аккуратным. Вот они. Вот они, красавчики. Вот опять же подсвечиваю, и никто особо-то и не стреляет. На горе вообще происходит черти знает что. То есть они стоят и ждут. Сушка одинокая пытается захватить базу. Но так как база захватывается, враги решили базу отбить. Ну, надо сказать, что они довольно долго ждали, потому что здесь половина захвата прошла, и никуда особо не спешили. Ну, вот они наконец-то решили поспешить, и на самом деле вот это их изгубило. Потому что если бы они не поехали, вот, видите,
то они бы и не кончились так. Скорее всего, мы проиграли. Цель на мушке. Есть. Вот, наконец-то я нашел себе цель по способности. Цель потеряна. Не сведу с него глаз. То есть Т-37 получает очень неплохо. Тут я хочу еще Е-25 наказать, но как-то не цель очень понятно. Это получается. Мы потеряли цель. И тут я вижу вкусную М-12. Не могу удержаться, чтобы не поехать к ней поближе. Есть пробитие! Вот, но тут не напоминает Т-34, что нефиг. Нефиг так вот спешить. Хорошо, что он мне напоминает не на весь танк, а еще на чуть-чуть танка. Здесь мне вообще везет. Дамаг уходит в гусеницу. Если бы не в гусеницу, то опять же, ну, либо я бы уже кончился, либо мне бы еще раз повезло. Поэтому я перемещаюсь снова на центр. Еще один заход делаю уже к базе, потому что там кто-то захватывает, хоть и не быстро, но я решаю, что неплохо подсветить тем, кто на горе стоит. Может быть, они... Цель понял! Пробили! Они постреляют. Но тут гриль. Гриль. Эта работа меня порадовала. Гриль оказался вкусным. И забегая вперед, я еще взял ЛТ-3 все-таки. Выполнил. Ну, на этом бой подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравится. Ставьте пальцы вверх. В описании к видео есть полезные ссылочки на сайт, группу, там можно вступить, пофанатеть и подписаться. Сейчас сушечку доберут, и на этом бой кончится. Не забывайте досмотреть до конца, в конце будет картиночки вставлены из ангара. На этом все, всем пока и до встречи в эфире!